Всем привет, это Брюс Алмайти, я опять здесь, на проекте Break Advice. Сегодня я буду объяснять, как обыгрывать музыку в триксах актуальным образом. Музыку можно обыгрывать разными способами. Один из них — это просто, когда ты заходишь во фриз, можешь пошевелить ногами и войти в конечную точку. Это как бы круто, молодец, ты понимаешь, ты слушаешь, но если ты достигаешь определенного уровня, это уже становится неактуальным. Можно сказать, что ты уже необразованный. Вот. И я покажу вам способ, с которым вы можете показать вашу актуальность, вашу образованность. Прежде чем обыгрывать музыку в триксах, нам нужно обыгрывать музыку в каждом из фризов. Прежде чем обыгрывать музыку во фризе, нужно его научиться. Правильно? То есть, если ты становишься во фриз и стоишь в нем секунд 10, после него у тебя лицо красное, значит, нету фриза. Вот. Если он легко тебе дается, начинаешь анализ, начинаешь анализировать и смотреть, что ты можешь делать. Итак, первый пример, baby freeze. Начинаем анализировать baby freeze. Первое, самое легкое, это ноги. Так, что мы можем сделать ногами? Окей. Руки. Что мы можем сделать руками? Можем сделать слайд. Можем поделить слайд. Неважно. Как угодно. Другая рука. Слайд. То же самое. Можем поднять голову, это уже с головой. С головой тоже слайд, можем поделить слайд, повернуть голову в другую сторону. Итак, мы проанализировали baby freeze. Теперь мы можем соединять все в одно целое. Желательно, конечно, можно включить какую-нибудь музыку, медленную, с акцентами, и попытаться соединять руки с ногами. Потом добавить голову и делать это разными способами. Соединяем и ноги, и руки. И ноги, и руки. С baby freeze мы разобрались. Теперь давайте разберем фриз на локте. Аналогично. Лицо красное, не делаем анализ. Легко дается фриз. Поехали. Первые ноги. Как угодно, окей. Потом руки. То же самое. Можем сделать слайд. Разделить слайд. Другая рука. Самое, если достаточно есть силы, то можно и поменять позиции телом, то есть вниз, вверх, можно еще поставить голову, поднять, вот. Теперь соединяем все вместе. Следующее. Прежде чем обыгрывать музыку сразу с несколькими фризами, нужно уметь их совмещать вместе. То есть, ну это уже должны знать. Базовые переходы, это все мы умеем, это не тема урока. Вот, представили, что переходы мы умеем. Итак, поехали. Окей,
Ребят, как вы сейчас видели, я сделал что-то, может быть, на ваш взгляд сложное, но главный концепт этой темы остается таковым, что он тот же. Вы начинаете с бэби-фриза и двигаете ручкой, головой, ножкой. Переходите в другой фриз, фиксируете себя и пытаетесь как-то двигать. Может быть, когда вы переходите в другой фриз, вы уже делаете это под музыку переходом. И когда вы делаете этот переход, вы меняете еще и положение ноги. То есть со временем это к вам придет. Но вы должны обязательно идти через эти детали, через эти мелочи, через бэби-фриз, фриз на локте, фриз на голове, на плече и все такое. Break Advice, Брюс Алмайти, Momentum, Порто, Сибирь, Иркутск. Now recognize.